Всем привет, вы слушаете Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии заимков на морской карте архипелаги в Sid Meier's Civilization 6. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к началу, ссылка на первую серию есть в описании к этому ролику. Всегда лучше начинать просмотр не с середины, а с самого начала. А спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество», спасибо им за поддержку. И всем зрителям приятного продолжения просмотра. Да, 4 бомбарды, город с 80 защиты долго колупают, несомненно. Там у людей уже 4 станоки. Но опять же повторю, я надеюсь, что они друг дружку закидают. Темный век. Здание промышленной эры. Ну, новый континент уже точно мы не откроем. Уже практически все открыто. Ладно, торговые пути. А народ куда повыходил? Нормальный и темный тоже, ну. Тогда еще терпимо. Так, на золото понятно. Давайте, может, в Джабалпур, не, в Агру, потому что тут больше еды и производства будет. Универ завершен первый, верфь. Тут чисто у нас уже на универы и верфи. Будем упор делать. Ну, конечно, красивыми. А тут горы с этими... с рощами. Да мне повышение надо для... лян все еще взять. А, нет, маяк мы тут просто купим. И караван просто купим. А строить будем... кампусов нормально. Ну, вообще плюс 3 здесь. Ладно, давайте сначала купим строителей еще тут. И, на, видимо, на канализацию. Чтоб жилье появилось. О, чекуита отваливается. Это из-за минуса. Но у нас еще влияет вот этот активный эффект минус 5 лояльности. Вообще, ты не хочешь денег вернуть? Ну, не хочу, конечно, но верну. Там что-то около 2000. Ну, 2000 я тебе точно не верну. Потому что тогда с меня еще и будет венгер требовать. Там минус 125 монет. Что ты хочешь? Сколько? А, в смысле, у него 125? Да. Ну, я только что у него видел там что-то порядка 700. Не, у меня, могу тебе сказать, что у меня вход 150 плюс. Сколько у тебя? 150. Так, 2 заряда. Ну, тут надо все-таки крабиков. Ну, походу, все-таки следующим ходом, наверное, упадет. Или ход, или через ход.
Еще универ. Верфь. Тут универ. Блин, может, священное место. Я вообще тут Петру бы построил. Так понимаешь, что Петру вообще никто. А, нет, кто-то. Нет, есть Петра. Или священное место. Плюс один. Но нам вера-то как таковая не нужна, мне священное место для пророка нужно. Ладно, давайте. Тут не обратилась в ислам. Я сейчас смогу обратно это вернуть. У меня веры дофига просто. Мне главное священное место поставить. Святилище я куплю. Денег у венгра столько. Ну, мне кажется, сейчас будут они против венгра объединяться, араб и индус. Да, к сожалению, еще один ход все-таки. Да, я тоже. Мы давайте доходим. Ну как там заливает? 5 ходов первая фаза пошла. Фигово. Ну они все лапы построили, как вы понимаете. Так, верфи есть, канализации, водяная мельница. Промышленную зону я сюда тут хотел поставить. Наверное, стоит поставить. Аквапарк у нас Уильки Ваман будет. Че, все закончили или еще? Ходит кто? Я походил. Ход не заканчивать, я так понимаю. Вылетел, у меня компьютер лян. Я уже не буду просить сейф, но у меня компьютер лян переместил из Куска. Прикольные дамбы у бывшего американца. На всю длину побережья. Так и нет. Сейчас я тебя... А, вернусь. Балтима. Да. Короче, найти то, что не тонет. Только Лян в Куско приехала, сразу... А, она вернулась, слава богу. Фуф. Так, что в городах? Верфь, верфь производства, гавань, священное место, кампус, кампус, канализация. Ну все верно. Так, это куда коляска поехала? Я бы ее, кстати, просто убрал. Я бы вообще тут... Алексей, ты загрузился, да? Да, да, я уже закончил ход. Я бы вообще все
юниты не прокачанные, просто расформировал бы. Блин, все еще лян. Ну это трындец с этим вулканом, это просто невозможно. А еще вот это отъехало. Надо добить. Араб предложение. Мрак. Так, ну хоть эти кампуса не зальет. Так сильно Балтимор отваливается. Минус 5,4. Что делать? Не, ну туда просто одного эшегубера, но мне надо лян еще прокачать. Так, и диалоги открыты. Промышленная зона и кампус. Содержание юнитов. Рационализм плюс 6. Не, давайте треугольная торговля. Пока так, я пока не очень понимаю, что мне надо поставить. Так, 100, 200 науки. Но они уже впереди за счет, конечно же, лабораторий. Но я все-таки надеюсь, что они повоюют друг с дружкой. А, Сканди мир заключил. Ну, куда эти арбалеты все отправились? Куда их компьютер поотправлял, спрашивается. Ну, давайте хотя бы на янтаре. Слушай, у меня даже по две штуки вообще ничего нету, только янтарь, дай бог, обработаю.
Есть священное место. Покупаем святилище. Покупаем храм. И проект молитвы в священном месте делаем. Блин! Серьезно? Венгер забрал последнюю. Не, православие кто-то забрал. Нет, няш-мяш. Православие это скиф был. Трудовая дисциплина вообще зашибись. Блин, вот буквально... Ну тогда бессмысленно, что я тут делаю, зачем? Давайте Петру. Так, а что мне тут построить? Промышленная зона. Нет. Акведук. На месте камня жалко. Канализацию. Ну, кстати, канализацию можно. Кстати, правительственную площадь здесь можно. Даже не здесь, а вот в Вашингтоне, например, сюда поставить. Ну-ка. А в Новом Орлеане. Сейчас передадим. Наконец-то будет правительственная площадь. Но я универ все-таки дострою. Или лучше сначала правительственную площадь давайте, чтобы Лян прокачать наконец. Так, здесь куплю строителя. Куплю торговца, куплю строителя, пускай... Слушайте, давайте даже реально несколько тут караванов отправим. Быстрее Балтимор рос, понимаете? Так, тут надо что-то другое, а не выжженную землю. А пошли в демократию, кстати. Я 4 канализации вроде должен построить. Так, тут верфь завершена. Ну, я даже две верфи сделал, да? Да. И после отсюда в химию иду, конечно же. Так, что нам тут строить? Аквапарк. А потом... Театралочку. Правда, у нас довольства нету нифига. Это мне венгер 1100 денег выдал. А, это для просьбы о помощи. Черт, я не додумал, не подумал. Это я зря принял. Ну, хотя он отстает по дипломатическим. Просто он победит в просьбе о помощи, и это даст ему очки дипломатической победы. Индус предложение. Еще одно. Так, уран у индуса уже есть. И он пока только у индуса. Так, тут уже постоянное затопление пошло. Это.
Ну ладно, да, ему 400, он мне кучу денег и так давал. Блин, ну тут надо аквакультуру поставить. 25% веры. Но это лучше в Антавайле, мне кажется, делать. Тут 14. Да. Тут тоже затонет, так что можно не обрабатывать. Да, кампус я хреново поставил. Ну, тем не менее, буду пока его развивать, чтобы он мне хоть какую-то науку давал. Так, как у нас тут Балтимор отваливается? Минус 6. Ну... Достроим правительственную площадь, отправлю сюда. Не знаю, кого я сюда отправлю. Может, даже Лян отправлю, а Рейну лучше в Куско. Так, 4 канализации. Одна где-то есть при этом уже. Что-то вообще нету нигде канализации. А, нет, вообще у нас была канализация вот в этом городе. Кагуану забирают. Так, Женева есть еще. То есть из научных... Я везде, где мог... Подождите, отсюда кто-то выкинул, кстати. У меня в Женеве в самом начале были. Индус выкидывает отсюда послов. Чужих. А вы знаете, что у индуса уже 20 урана? Держу в курсе. А вы знаете, что у индуса в Стольне фабрика утонула? Ну, да. Больше тебе негде ядерки построить, да? Кстати, а где его Стольня? Ну, это же Дели должно быть. А ничего то, что у индуса там алюминия нет. А зачем тут тебе уже алюминий?
как тут город не поставил. Все еще. Может, все-таки имеет смысл поставить. Блин, я тут еще... Тут крабы не обработаны. Тут еще куча всего не обработано. Давайте строителей покупать. Так. Значит, Рейну... кстати, может вообще поменять... Рейну в Антовалью. Тут все-таки 4... А, при тут 4 золота... Не, соседство выше. Где у меня самая высокая? Валантайтамба? Есть бонус за соседство? Кампусы и промышленные зоны только. Так что, в принципе, Рейну в Антовалью имеет смысл. Рейна в Антовалью... И вообще, у нас в Индии... Только Пингала в Куско, а Рейна в Балтимор. И Балтимор прекращает отваливаться. Ей! 15% науки. Блин, это надо Куско, видимо, сделать. Более у араба весь остальной уран. Деритесь. А ты пока улетишь, да? Я да, я улечу. Отлично. Звучит как план, не правда ли? Так, я бы колесо обозрения купил. А что тут все-таки производство какое-то поставить? Ну что-то, кстати, араб по науке стал отставать. Что странно. Блин, а может мне с арабом еще? Араб предложение. Так, аквариум я куплю. Канализацию давайте строить. О, с ним экономически проходит. Раб предложение. За китов. Ну, давайте... Пускай денежку за это заплатит. Предложение. Так, как у нас тут вообще с границами? Так, вроде... Нет, да, три. Нет, все нормально. Торговались. Странно, все равно к индусу выгоднее.
Почему великого инженера на дамбу использовать нельзя? В смысле, на плотину. Себе подумать, какой профит плюс 5, плюс 6. То еще это чудо. Ладно, давайте еще одного строителя пока здесь. Блин, у меня корпорация утонула. Забавно. Давайте опять от черепахи. Ну давайте. Ну, а претензии? Не знаю. Тебе претензии, пожалуйста. Ко мне? Да. Давай. Выставку принимаем же? За выставку, по-моему, все равно не дадут дипломатических очков, если ты не угадаешь. Если. Ну, вот те предложения, там, если проходят предложения, за которые ты голосуешь, тебе дают дипломатические очки. А выставка, если, например, ты голосуешь за выставку, и она проходит, тебе все равно не дают дипломатических очков. Мы выставку-то будем делать или не будем? Я про это. Ну, не знаю, каждый сам решает, будет он делать или не будет выставку. Я за выставку. Черепахи дополнительно дают, генерируют меньше претензий венгер, блин. Ну, у индуса 5 очков до дипломатической победы. Да. Ничего из этого не хочу. Так, канализация, лабы. Мы открыли лабы. Ну, я уже должен смириться с тем, что у меня все затопит, поэтому надо открывать просто то, что мне дает какие-то бонусы. Все предложения. О, лесопилка производства. Вот лесопилка лучше, потому что пастбищ у меня маловато. Слушайте, а хорошо быть вот эта просьба о помощи? Я понимаю, что типа я сейчас играю, но я тут еще два хода, следующим ходом будет видно, что вперед вырывается индус, мне еще денег дадут. Я сейчас просто лабы, наверное, покупаю везде. Кстати, может мне это не строить? Ну, канализация тут есть. Это уже третья канализация будет, так? Может, исследовательские гранты тогда делать? Кстати, можно карточку на счастье от гарнизонов. У меня во всех городах стоят юниты. То есть, почему мне сейчас дают венгер и индус деньги? Потому что просьба о помощи. Ну и тут мне выгоднее, чтобы победил венгер, конечно. Потому что иначе у индуса будет 3 очка до победы. Ну все, у него 1 очко осталось.
Одно очко осталось уже. Точно. Статуя свободы построена. Она у меня с одним ходом стояла. Ходов последних 20, наверное. Ну какая разница, сколько она застояла? Да, она просто, ну, заготовочка была. Ну, собственно, если он во всемирной выставке победит, то... То есть вам надо что-то делать, начинать, видимо. Ничего вы не сделаете, союзы. А что, они 17 ходов будут длиться? Ну, да. Ну, молодцы, чё, зачем мы с ним союзы закрыли? Ну, кайф. Каждый раз меня это удивляет, постоянно вот. У меня 5 ходов с ним союз. 5 ходов? Ну вот, видишь. А он наврал, да? Наврёт он. Вот ты в руле. Без ядер я ничего с ним не сделаю, на самом деле. Что скидываете урану? Ага, как будто я знаю, где уран вообще. Я даже не знаю, где он просто. Не то, что уж он у меня есть. Знаешь, где он? Он под городом Ольянтантайтамбо. Нет, где он в техах? В техах после переработки и электричества. Ясно. Эпоха атома, верхняя... Ну, первая снизу, короче. Угу. Так. Пес и Митлу. Тоже Нева хочет нанять великого писателя, а это пока нет. 300. О, я индустриализацию не открыл, кстати. Слушайте, мне надо индустриализацию, потому что без электричества это будет очень мало науки. Рапа, что у тебя случилось? Почему ты так затормозил в итоге? Компас упал. А? Компас упал. Что-то упало у него, короче. А, счастье, наверное, упало. Нет, давайте откроем индустриализацию. Потом электричество. Лесопилки, видите, улучшились все. Для этого и открывалось. Дамбу. Честно говоря, не хочется. Мне не... Хотя тут заливало периодически. С другой стороны. Ладно, канализация пока. Избирательное право отложим. Не хватало, да? Ну, все, потом вернешь. Нет. Ну тогда победить. Хорошо. Слушай, а зачем я тебе верну, не понял. Ты хочешь вот так вот кидать несколько раз деньги, так это, ну... Ну, как-то... Нет. Не, индус, я тебя не буду брать. Спасибо, чё конечно. Ты, ну, чё ты всю игру брал? Спасибо, ну, хорошо, спасибо, ну... Ну, Алексей, я, наоборот, делаю, чтобы он не выбрал, а ты даже за ним не выбрал. Нет, ну это ж читерство. Слушай, перекидывать деньги туда-сюда, чтобы набить эти очки. Ну хорошо, я тогда мог вообще не кидать, и следующим ходом выигрывать. Договорились. Ну слушай, ну это читерство. Ну слушай, ну серьезно, дед бородет. Если бы так вот перекидывать деньги друг от друга. Почему нет? Пускай проекты читает. Мог проекты читать. Так он проекты читает. Пускай читают тогда. Так и ты можешь читать проект, я не пойму. Ты же просто хочешь вот за один ход вот так вот просто... Ты мне деньги, я тебе обратно, ты мне опять деньги, я тебе обратно, ты мне опять деньги. Ну это же... Так нет, ты же не говоришь, что ты прям все верну. Половину верну. Ну хорошо, половину верну. То есть когда закончится этот проект, я тебе могу вернуть половину. Вот так.
То есть, и ты про это говоришь? А, ты имел в виду, что, типа, ты мне дал деньги, и ты... Ну, тебе жалко денег просто. Денег жалко, жалко. Я не понял. Я не понял. Я думал, ты имеешь в виду, вот, типа, так вот. Не, это... Не, ну это не контрит. О, у нас уголь сразу здесь есть. Так, электричество у нас будет идти. Давайте сразу тут купим. Так, а сколько... я что-то забыл, а сколько ты мне кинул, сколько ты хочешь, чтобы я тебе вернул? Вот 56 тысяч. Посмотри, написано. Ну, тебя же показывается. Просьба помощи. Верни 3 тысячи. Индус, ты уже поздно, ты сейчас кидаешь. Уже закончилось. Да я знаю, что он закончился. Так. Значит, покупаем тут фабрику и угольную. Так, вкуска... Блин, надо еще ремонтировать. Рано я все-таки этот построил. Статую. Ну да. Дед, а сколько у тебя было строительство статуи? Да, я только начал строить. Нет, а вообще, в принципе, сколько она у тебя строила? А, 9 фунтов. Да, тогда точно рано. Так, тут универ строится. Ну ладно, чё, я попытался. Ну, знаешь, у тебя еще куча возможностей. Да, ну, слушай, я все очки вытащил из того, что можно. Остается только всемирная выставка и эти... как его? Господи, теха и... как его? Ну вот, ну, в теху. И... Мне кажется, ты в теху сейчас должен быстро выйти. Нет? А, ну, кстати, она в эпохе будущего. Ну, если она сразу первая будет, тогда да. Ну, то есть тут, грубо говоря, 14 ходов. И это максимум 14 ходов. 14 ходов, типа, он точно, скорее всего, победит? Не, я выставку не начитаю. Там ребята посильнее. Так, ну что, 400 у меня уже. Разгоняемся потихонечку. Так, я где-то строю канализацию. Да, один ход будет демократия следующим ходом. А Оксфорд построили? Конечно. Заметил просто. Ну ладно. Так, в Новом Орлеане... Давайте зал для приемов. Только сейчас строится вообще. Какой ход? 146-й, охренеть. Кампус. Ладно, морской порт. Уран.
Кроем уран. Три армии или армады? Блин, а я даже, по-моему, национализм не открыл, прикиньте. Мрак. Канализация, морской порт. Так, тут ремонтируем универ и купим лабу. И давайте попробуем рационализм поставить. Мне вот интересно, оно сначала утонет или сначала моя дамба построится? Давайте вместо денег и веры. А здесь вассалы вместо содержания. Это плюс, к счастью, эти рабочих подкупить. Поднакупить. О, я Петру построил. Так, тут тонет, да? Ха, я думал, ачивку сделаю на темный век, но, видать, не судьба. Блин, опять, наверное, в темный век выхожу. Так, маяк покупаем. О, боже, давайте, наверное... Ладно, купим строителя, купим торговца. Тут купим лабу. И строим морской порт. Вон Тавайлии. Тоже давайте морской порт. Начальник порта повышу. Демократию принимаем. Так, тут что-то было. Новый курс и треугольную торговлю, пожалуй. Или либерализм, продать либерализм. Жадные бароны. Нет. Купим фабрику. Построим угольную. Кампус. Купим библиотеку. Построим универ. Просто не успеваю. Так, у Вильки Вамон надо театралочку ставить уже. Да, я просто на эпоху от них отстаю. Эпоху Ата мы все пролетели. Зал для приемов. Теперь разведывательное управление. Я думаю, что мне надо с кем-то союз не продлевать. Скорее всего, это будет венгр. Правда, я его городов не вижу нифига. У меня все кандусов в основном бегает. Слушайте, а там, кстати, на караваны еще, по-моему, тоже было. Общественный транспорт. Когда-то в демократии такая карточка была. Давайте вот треугольную торговлю вместо торговой конфедерации поставим. А там не карточка теперь, это... Так, ладно, давайте треугольную торговлю. Это просто способность демократии.
А здесь, наверное, торговую конфедерацию заменим на дипломатию. Хотя зачем мне дипломатия канонерок? Я бы на макиавеллизм заменил, но мне пока некуда отправлять шпионов. Так, этих двух. Митла, Женева. Давайте оперы и балет. Я хочу художественный музей здесь купить. Волька Ваман. А хотя... Это ж не сейчас будет еще. Блин, как это все ходит так быстро? Я домики строят. Угу. Так, Магнуса, наверное, Уэльку Ваман. Так, строители надо тут вот в Балтиморе. Ну, тут Лян хорошо. Хорошо. Так, Магнус, поэтому нужен промышленная зона. Сначала театралка, блин. Тут Вельку Лама надо как-то вырастить. Ну, Магнус придет, будет довольство и жилье. И город будет расти. Тут куча территории не обработана. Ой, блин. Ну, как всегда, началось теперь тут разливание. Ну, это какой-то, ну, это какая-то вообще всю игру. О, точно у меня есть один источник урана. Так, ну мне надо венгру уран давать, судя по всему. Я-то его никак пока использовать не могу. Продуктовый рынок, это все мне нафиг не надо. Плотины мне тоже нафиг не надо, потому что я уже в них не выйду. Тут оно затопит до того, как я в них выйду. Поэтому пошли-ка мы в космопорты, слушайте. Пока они там будут кидать друг другу ядерку, я надеюсь. Хотя через 11 ходов индус победит просто. Я не знаю, что они там сидят. И ждут чего-то. А с другой стороны, я даже не представляю, как бы, как не дать. Только когда голосование будет через... А, голосование через 13 ходов. Я понял. Пошла жара. Слушайте, да. А если захватываешь город со статуей свободы, то отнимаются очки дипломатической победы? Нет, к сожалению. Да, жаль. Вот видите, и храм Махабодхи построил, да, который очки... Да, помнишь, загрузил, да? Хотел бы это бой испытала. Угу. Я ради этого и хотел. А потом проверил, нет, не отнимается. Понимаю, сейчас полетят ядерные ракеты! Ну, надеюсь. Арат, ты тебя там подлетишь, что ли? Честно говоря, не очень представляю, как они могут индуса остановить, кроме как захватить его полностью. Потому что, ну, я думаю, он начитает на всемирную выставку. А чё вы на меня-то всё это? Ну, ты серьёзно? Чё я вам сделал? Перестань выигрывать. Хотя... В смысле? Подожди. Эстергум под араба попал. Прикол. Ой, у меня тут кампус затонул. Фак. Ну, у меня тут еще где-то затапливается, да?
Ой, печаль, конечно. А что, и тут затопится? Нет, ну что такое? Да. Ну, слушайте, ну мне в плотины очень долго. Просто долго. Блин, ну я же не улечу. Тут 20 ходов до 107. Так вот, помогай людям. Ссылаем деньги тысячами, а они потом берут и не дают тебе выиграть. Так ты же отсылал деньги тысячами, чтобы выиграть? Ладно, давайте тут рабочего куплю пока. А построим верфь. Да. Вообще уже учетные банки не так уж и много дают. Что вам сделал бедный мирный индус? 8, 9, 10, 11, 12. Ну, на 12 городов. 12 караванов. Да, что-то у меня в одном городе нету, значит. В Чикуи-то, похоже, нету. Чего я не хотел? Просто хотел сделать парочку ачивок. Так нет же. Так, тут тоже затопится, можно не обрабатывать. А, у меня же тут Лян сидела, чтобы не давать. Слушайте, я так ее не прокачал в итоге. Ну, нафиг. Это просто бред. Это невозможно. Ну, им надо... То есть почему не разнести, например, способности Лян? Да какого хрена он в упор подъезжает, блин? Пускай к Мокше, например, что-нибудь подобное делает. Так, а где бы мне космопорт, в общем-то, сделать? 48, 50. Ну, я бы спутник чисто запустил, я не буду победить. Тут, нет, точнее, невозможно победить космосом. Вантавайлье, блин, ну тут некуда. Просто некуда. Очевидно. Да. А еще не хватает в игре, чтобы насыпать территории? Знаете, чего не хватает в игре? Чтобы можно было насыпать клеточку. То есть она уходит, но есть же реально в мире, там насыпают, ну, Сингапур, например, тебе аэропорт насыпал, эти Абу-Даби или там Дубай, я не помню, они острова, вроде. Острова насыпали всякие, ну. Ну, смысл нет такого. Я так это, мысль была по поводу, типа, вот вулкан, если стоит около этого моря, то, типа, если он пару раз извергнется, почему он, типа, клеточку там мне это не сделает? Ну, да, тоже вариант. $442, да. Отстаем в итоге.
все-таки никак не могу раскочегариться. Народ уже вот тут. Что это за религия такая? А? Зачем распространяешь? А, господи, просто так. Осталось там два миссионера по полтора заряда. Пошел мой чертовник. Да, хана. Еще столько этих утонуло. Да, все-таки невозможно оправиться уже было. О, полетело. Блин, ты бы... Венгр, прям когда у нас союз закончился. Точно. Ай, не посмотрел. Ну, бы одну сбило. А, ну это ладно, это мимо летит. Отправлять шпионов. Что вообще шпионов могу сделать? Ну, двух. И третий появится с разведывательного управления. Ну, не знаю, что-то понимаю, понимаю. Взяли бедного индуса. Я все-таки сомневаюсь, что они успеют индуса остановить. Что сделал, непонятно. Был не слишком дипломатичен. Да в смысле? Я вообще самый добрый человек на этом свете. В смысле, что у тебя одного голоса не хватило? Интересно. Между прочим, Алексей твоего. Челиня в прошлой игре решил то, что выиграет этот, как его, испанец. Ты бы мог сказать, ну вот, индус классный парень, всю игру мне помогал, он достоин. Ну так и венгр мне всю игру помогал. Нет, я считаю, что достоин тот, кто лучше сыграл. А не когда кто-то еще второй что-то решает. Так, морской порт, рост. Давайте, наверное, еще рабочего. Слишком много клеток необработанных у нас тут. Ну, что я могу сказать? То есть, ошибка американцев... Вы можете сказать, что я должен был подготовиться к войне с американцем сам. Типа, должен быть готов, что на тебя сосед нападает. Ну, я исхожу из ты же понимаешь, что того тебя потом убьет. Соображения, что люди действуют. Почему? Так, как потому им выгоднее. Урана, у тебя нет урана. А не дуэльку поиграть. Да. Здесь американец вообще просто, оказывается, даже не исследовал территорию. Даже не знал, что у него просто вот в трех клетках от его городов есть араб. И... Ну, мне было очевидно, что араб будет нападать на американца в любом случае. Просто когда-либо. Мне поэтому нету смысла, например, нападать на араба. Ну, вообще, возможно, мне было бы смысл, например, напасть на араба, распиливать его здесь. Типа тут распиливать, а араб с этой стороны. Но это было бы только в том случае, если бы араб так не вырывался вперед по развитию. Реально просто невыгодно было бы его усиливать, потому что он, скорее всего, мог бы потом дальше сразу на меня напасть, получается. Вот, ну и в принципе у меня тут было нормально, где расселяться и развиваться. Но американец решил, что он может легко меня забрать. Так, жалко, я мало городов вижу. Как видите, легко не получилось. Получилось сложно, и в итоге... Араб просто пришел его забирать. В смысле, за что?
Так, амфитеатр, пожалуй. Купим художественный музей. Ага. Археологический и художественный уже пофигу, я бы тогда археологический лучше. Просто будем археолога покупать здесь. Давайте сходим. Так, авиация тоже не нужна. Да, ну, похоже, все-таки индус, мне кажется, победит дипломатии. Ему просто осталось какую-то вот эту теху открыть. А ты видишь, индус, уже последнюю теху, нужную тебе? Я не выиграю, я это. Почему? Ну, потому что сейчас мне кинут еще пару ядерок, и все, и здорово. Падает еще пару моих городов, все, у меня нет науки. Я эти техи буду исследовать по 20 ходов. Интересно. А потом венгр проиграет. Ну, потом. Так-то он может прямо сейчас проиграть. Кстати, индус выигрывает на выставке. Аравия, Фиджи, Дефолы. Да, индус выигрывает на выставке. Давайте Пенгалу на гранты. И го. Ну вот, полетела в агру. В агру? В агру. А вот, как бы, ядерка летит мимо ракетного крейсера. И почему, как бы, не это, даже не пытается... Ракетный крейсер, по-моему, только самолеты перехватывает. Чё перехватывает? Самолеты. А ты вообще зенитки не строил, да? Да нет, я как бы надеялся победить еще 5 ходов назад. А нет, а вот ракетный крейсер перехватил, да? Нет, там что там? По-моему, ракетный крейсер как раз. У меня эсминец. А, эсминец? А или эсминцы перехватывают. Не, ракетные крейсеры тоже должны перехватывать. Ну вот агра отвалилась. Так, а там вообще какие-то ученые остались еще? О, все технологии информационные. О, слушайте, я бы этого ученого забрал. Кстати. Лаба 745, так, надо будет купить. Ну, просто построю национальный музей, чтобы губернаторский титул получить. Я не буду с венгром воевать. Килиманджаро у венгра. Кстати, это, по-моему, вообще первое чудо, которое я вижу в этой игре. Между прочим. О, еще полетело. А где? А. Ну, это Атинья, да, раскинул?
Это да. Блин, да. Тут Фес и Митла из-за прямо того, что дед объявил войну. Дед без войны. Поэтому я к тебе просила наука. И нет, сколько их? А это как? Нет, я не про это. Да в смысле? Не, как ты раскинул все три, это понятно. Что, я тут все уже улучшил, что ли? Надо в Дебрицен и Кульобу отправлять. Так, сначала, наверное, все-таки лабу построим, а потом куплю археолога. Так, очередной шпион в Дебрецен. Мне надо в Агру нафиг. Давайте, а в Чертамлык у меня уже идет. Давайте в Джабалпур индусский. Да сколько можно, сколько их у вас есть-то, ёп, шумать. А это... А не, это ядерка. Ядерка. Так, ну надо попытаться этого как-то забрать все-таки, который озарение всех информационной эры дает. Для меня это будет очень неплохо. Все, тут все нафиг утонуло. Так, археолог, по-моему, 600 или 800 стоит. 680. Одно что-то могу предложить. Давай тогда ядерное оружие и оба подам. На что дед должен читать проекты? Сам не знаю. На великих людей. Я как-то не знаю, вот им, кстати, вот этот ученый нафиг нужен, потому что они уже вот здесь. Ну только раб еще тут. Да, ребята, у меня города все в руинах. Вы чё? Ну все равно ты как-то мудрится. Великая руина. У меня ни одного целого города. Не, вру. Два. У тебя какая основная была столица? Агра, что ли? Патна.
Ну, Мандурай, кстати, тоже неплохо выглядит, правда, производства тут немного. У араба хорошая территория, конечно, зашла. Он еще и Колизей построил. Ну, понимаете, как, вот такая территория получше, чем вытянутая, как у меня. Ты как бы больше можешь соседство сделать, получается. Хорошо, я принимаю твои извинения. Слушайте, а где там следующая вот эта фигня? Сива. В заповеднике. Эх, красота. Заповедник. Заказник открывается в охране природы. Как охрану природы ускорить? Потрясающий престижный пригородный район. Ну вот тут, кстати, наверное, можно. Блин, а чё оно? Не, 4. А мне 6 надо. Город отжали. Ну, вообще, ну... Грязно играете, ребята, грязно. Хил, вот как с вами после такого пузиками тереться, а? Если кампус утопился, может заново его построить тут? Блин, тут плюс 6. Тут промышленную зону хочу. Забавно то, что корабли умирают от ядерного заражения. Забавно, что ты можешь выставку выбрать. Чего? Я выставку? Я столько не проживу. Может, все-таки поставить тут пригород на плюс 6? Я не знаю, я промышленную зону здесь могу сделать, предположим. Сильно в этом сомневаюсь. Это что вы там? У тебя еще 5 городов. Нам вон дед культуры побеждает, вы меня ядерками закидываете. Чего? Ты посмотри, 26 из 154. Дай умирающему хоть как-то откидаться, ребят. Минус. Ядерный предатели, блин. Одни предатели выходят. Ты не говори. Ну, я бы голосовал за, потому что... Что там думать, господи, за или против? Кризис в любом случае, то есть он будет длиться меньше, чем у нас игра. У нас 13 ходов осталось. Так, что надо сделать? Захватить Буду. О, открылась вся карта. 40 ходов длится кризис, ничего себе. Блин, там реально индус побеждает по дипломатии, ну посмотрим.
цели, у меня еще дворец пытало отжали. Вот как вам не стыдно? Хорошо, хоть кассу оставили. Так, гранты, да. Начальник порта. Ну, наверное, Магнуса надо все-таки повышать. Было трудно. Ну, неплохо так. Еще ход 2, и ты мог проиграть. Чего? Ход 2, и ты проиграл. Я знаю. Это просто на тоненького. Так а что, все? Да, у меня 20 очков. Да. Города они мне все не захватят за этот ход, так что это То есть ты вышел все-таки в ту утеху, да? Теха была после кибернетики, да, после танков, морские подразделения. А я увидел, что там силовые ячейки, то, что она открывает одну теху, но я думаю, пойду три хотя бы посмотрю. Ну, скипайте ход. Ну, отлично. Да. То есть я считаю, что тут как бы... Американец все испортил, иначе было бы... Араб бы не так вырывался. То есть я думаю, что... Вот, кстати, Атинью, скажи, ты бы все равно на американца нападал? Вне зависимости от того, воевал он со мной или нет? Ну, это был удобный случай, но опасный. Ну, да. Так я вот думал, что ты когда... Я был уверен, что ты на него будешь нападать, я планировал как раз ему помогать в войне с тобой. Вот. И я потом, когда увидел, что он на моей стороне строит флот, конечно... Ну и получилось, что все собрались опять с тобой воевать, и индус дальше всех находился, и он спокойно вот в итоге смог сделать все, что мог. Тоже... Индия тоже воевала неплохо. Я армию на дэк поставил, потому что ну, я увидел, что я лидирую, как по мне не было смысла воевать с кем. Другое дело в том, что Индия после войны спокойно сидела и развивалась так. Ну, у нас как бы была эпоха мира. Ну вот, нормально да, шли, 30, и вот началась война вот тут. Домики строили. И я забрал этот... Меня забирал американец, этих... вот тут араб его забрал, короче, и тут арабы уже стали что-то гадить. В итоге, но я так и не смог всех догнать. Попробовать, потому ну, что по-моему, очень показательная партия, то есть я поэтому ее и выложил. Не посмотрел. Потому что, ну... Ты когда как-то неправильно так. В циве помню, надо так. Нападать, только если ты вот прям 100% уверен в забирании. Араб, все-таки его целитель, он напал на американца, он забрал полностью американца в итоге. Просто там коалиция других государств уже собралась. Видите? Но я почему-то думаю, то, что если бы я сейчас не победил, то в итоге бы победил Атинья. Ну, там сложно сказать. Там они ровно шли. Алексей, твой один уран ничего не даст? В каком смысле ничего не даст? И ты в него вышел слишком поздно. У Атинья два этих, два источника. Он в определенный момент просто перестает продавать его деду, и все. Ну, я бы деду бросал уран. Я бы вообще не использовал уран, я бы ничего не делал. Давал бы деду. И тут ты, обрати внимание, тут осталось, по-моему, 12 или 11 ходов. Какой ход сейчас был? А, я вот, кстати... То есть араб улететь точно не может. За 11 ходов тут вопрос, у кого больше очков. И венгер был лидером, потому что он тебя забирал. Ну да. Так что не факт, не факт. Да ладно, я просто это что-то забыл, что у нас искусственное увеличение в 170 ходов. Да. Ну, спасибо за игру. Интереснее, как ты играешь, чем по мнению. Что интереснее играть? На архипелагах. Ну да, неплохо получилось. Да, это, кстати, ничего так. Это, ну знаешь, это все-таки это разнообразие определенное. Тут, видишь, обязательно надо, чтобы не было вот каких-то бонусов у цивилизаций важных. И вроде как тут все нормально так распределили. Хотя у американца, извините, вот этот прогрессивиста мы не забанили. Он там, у него просто наука и культура просто от того, что у него престиж есть. И все, сидит такой... Но у него не так много клеток все-таки. Да, немного. Но он не особо просто смог воспользоваться этим. Просто вот сам этот прогрессивист такой. Так себе. Мерзкий.
Ладно, пойду спать, спокойной ночи. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!